блять. Вот мне в обычных, ну, не в лексклеях вообще, а вот чисто когда я играю, очень часто попадались факелы. Теперь, блять, ни одного. Что за пиздец? Я так ненавижу этот гребаный закон подло. Блять! Пираньи, пираньи, блять! Убивай меня! Отлично, все нормально. Пиздец, как я ненавижу все это. Откуда тут пираньи? Высота не на... Мы не настолько низко, чтобы тут уже были пираньи. Ну, просто пиздец, в общем. Оба, как я понял, за песком что-то есть. Давайте мы проверим. Ну и заодно себе стекло сделаем, что ли. Как только вернемся домой целыми и невредимыми. Мы не зря скинули себя большинство... Блин, я уже начинаю заикаться. Большинство своих монет мы скинули, в общем-то, не зря. Это мы даже очень правильно сделали, что скинули. Нам еще нужно будет поставить дом. По-любому, скоро придет торговец, нам нужно ему ставить дом. Точнее, наоборот, чтобы он пришел, нужно поставить дом. Я уже опять начинаю пиздить какую-то хрень. Не, хотя нет. В принципе, хрень пиздит Джесус. Как только ему становится страшно. Но мне же не страшно. Не знаю почему. В общем, нам уже надо как-то подниматься наверх. А мне все лень. Оба, я слышу ночь. Значит, лучше не надо подниматься наверх. Отлично, я родил. Все заебись. Уйди. Блять, пиранья, она мне сейчас хуй сожрет. Бомба! Бомба, блядь! Бомба! Где бомба? Вот, бомба! Отлично. Мы даже сейчас можем сделать липкую бомбу, но лучше пока не будем. Так, ну давайте мы воспользуемся довольно-таки читерским способом. Давайте мы нажмем на выход. Нажмем одиночный экран, нажмем Dante of DMC, World Games. Подождем загрузки. Загрузка будет немножко длиннее, чем обычно. Вот. Вот мы и на поверхности. Все, заебись, согласитесь. Главное, способ не читерский, так как это добавлено в игру официально. Вот так вот. Не, ну я, конечно, понимаю, что это такой получитерский способ, но по-другому вернуться нельзя. Что за... Чё он так медленно? А, это я в настройках вроде менял. Боже, у нас как раз-таки получился один слиток из того, что мы добыли. Тут у нас получилось 7 слитков. Отлично, ну так это более-менее нормально, согласитесь со мной. Так, где у нас... И что, у нас вообще не было? Железных слитков даже не было. Ёб твою мать! Дожили. У нас не было слитков железа. Ладно, всем пофигу. Давайте, нам нужно пойти дорубить совсем немножко дерева. Вот ты... Я тебя ненавижу! Пидор ебаный! Отлично. Вот, ну в принципе, одному, как говорят, тут играть нереально. Поэтому, может быть, скоро подключится к... кто-нибудь к нам. Пускай это, в принципе, будет навряд ли, но стоит надеяться же. Так, у нас какая-то слишком низкая скорость, 30 FPS, это очень мало. Ну, для Террарии это довольно-таки мало. Так, давайте мы сделаем себе, наконец-таки, кирочку, нормальную кирочку. Да, в принципе, зачем мне кирка? А хуй с ним, давайте мы просто сделаем ее. Не, я думаю, я приду серебряную кирку, давайте себе сделаем. Да, уж мощность, конечно, повысится. Но пофигу. Так, а пока что нам придется заняться очень таким говняненьким делом. Тухленьким, как говорится. Нам нужно будет поставить дом этому пиздоёбу. Как там его? Торговцу. Да. Мы сможем продать большинство нашего дерьма. Так, давайте поищем высокие деревья. Они нам очень понадобятся. Так как нам, да, наверное, лень будет все-таки рубить низкие. Это очень долго и мучительно. О, да, мы же тут были. Опа, чирик. Так, камень. Ну, нам, в принципе, на камень пофигу. Нам нужно найти нормальные высокие деревья. Если мы не найдем... Хотя выпуск скоро будет заканчиваться, серия, точнее. Похуй.
Может быть, если я сегодня найду, я сниму школу подкастеров. Если вам, конечно, это интересно, если кто-то меня вообще смотрит на данный момент. А меня, наверное, не смотрит никто. Я даже не удивлен буду, если так и есть. Если так и будет, точнее. Давай, чувак, просто 82 своих подписчика я напиарю. Вот все. Опа! Да! Да! А хуй на тот факер делает? Да мне пофигу! Деревья! Так, ладно, все, давайте, мы будем заканчивать. Деревья будут в следующем выпуске. И если вы тут впервые, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи, всем пока, ребят. Давайте, пока.